Фонд «Бызбыргемос» совместно с активистами молодежного крыла «Жастар Рухы» отправили в Кыргызстан 40 тонн гуманитарной помощи. Напомню, накануне в Ошской области сошел масштабный сель. Затоплено жилье и социальные объекты. В результате стихии пострадало почти 800 зданий. Для пострадавших неравнодушные казахстанцы собрали продукты питания, одежду и предметы первой необходимости. Сейчас груз отправляется в город Ош. Вместе с волонтерами «Жастар Рухы» при партии «Аманат» мы собираемся выехать дорогу 40 тонн гуманитарной помощи. Отмечу, когда в нашей стране были паводки, первым руку помощи протянул Кыргызстан. В гуманитарную помощь входят бытовые вещи, принадлежности для гигиены и предметы для дома. В этой ситуации мы поддерживаем Кыргызстан, поддерживаем город Ош.